В областном перинатальном центре появилось новое оборудование. Цифровой передвижной рентгенаппарат – разработка Санкт-Петербурга, но выполнен специально по Владимирскому заказу по запрошенным характеристикам. Он нужен для родивших женщин и малышей, чтобы вовремя выявить патологии и заболевания. Медики делают акцент – рентген цифровой. Это значит, что дозу облучения пациенты и персонал получают минимальную, так что в экстренных случаях его можно использовать и для беременных. Раньше, чтобы сделать рентген, пациентов приходилось направлять в соседние больницы. Теперь сделать обследование можно прямо в палате с помощью вот этого пульта. Рентген лаборант устанавливает лучевую трубку на необходимое расстояние, все наводит и выходит из палаты. Нажимает на кнопку подготовки, нажимает на кнопку снимка, в итоге происходит снимок. Рентген лаборант возвращается обратно, смотрит, насколько качественно получился снимок, и спокойно увозит аппарат. Как только он подвозит или проезжает мимо вот этого помещения, сразу снимок передается на РМ-врача. Все снимки заносятся в электронную медицинскую карту пациента. При желании их можно распечатать на пленке. Стоимость аппарата 9,5 миллионов рублей, средства на него были выделены из областного бюджета. А вот еще одна новинка – передвижной кювес. Аналогичное оборудование было в центре и раньше, но этот прибор более современный. Ведь чтобы правильно выходить недоношенного младенца, вес которого может быть всего 500 граммов, необходимо соблюдать температурный, световой и даже звуковой режимы. Поэтому вот такие чехлы используются в комплекте для кювеза, для транспортировки недоношенного новорожденного из родзала в отделении реанимации, из операционной, где проходят оперативные роды в ряде случаев, именно в отделении реанимации, где есть все оборудование для поддержания его жизненно важных функций, для того, чтобы потом в последующем его выхаживание было правильным и направлено на то, чтобы снизить заболеваемость, инвалидность и смертность недоношенных новорожденных. Последние два года врачам перинатального центра удалось снизить раннюю смертность детей в 3 раза. В 2018-м учреждению выделят 50 миллионов рублей на обновление неонатального оборудования и новую лабораторию. Дарья Тептилева, Максим Палагин, Губерния 33.